Хей, гайс, мышмики, мы продолжаем пройти игру под названием Chicken Assassin. Assassin. Ну, короче, убийца. Курица-убийца, петух-убийца. Так, что мы сейчас с вами делаем? Да. Так. Прокачка. Все равно много этих предметов, еще много можно открыть. 6-10. Пускай эта шляпа будет. Так, ну нам, в принципе, там немного так уж и осталось. Только три Локи и рейд-босс, и все. He climbed into his expensive body armor ready to compensate for what nature did not provide him and destroy me McCallus to forego. Это тема жесткая. Мало опыта дают. Я должен еще 40 волн пройти? Нихера себе. Лап можно, наконец-то. Мне главное вовремя поворачиваться, оборачиваться. Все, последний. Сложного ни хера вообще не было. Но мне не хватало ХП. Понимаете? Чисто нехватка ХП. И все.
Это будет нелегко. Ага. Не, тихо, 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 тихо. Надо 900. Девять, девять, одиннадцать, бац, бац. То смотрю. Уровень все равно скоро апну. Продупаем снова. Да, нужно больше урона срочно. Так, надо вылечить костюма. Как-то сами появляются спонтанно. Я не успеваю стреляться. Сейчас будет level up. Так, окей, сейчас я должен попытаться его убить. Почему так жестко? Оно просто фризит, оно просто начинает.
Ох, жесть. Просто жесть. Так, окей. Что у нас по одежде здесь? 9-9. 6-11. 15-15. 15-15 и 2 там было. Батл. Аж пальчики уже болят. Вы видите, я когда даже с боссом дрался, он не хотел атаковать вот огнем вот этого заднего. А почему не хотел атаковать Фихову? Большой разнос в разные стороны. Я не понимаю, они просто спавнятся, они просто уже появляются, просто с... ниоткуда ты их уже не пойди, их уже не должно быть, они снова появляются. Замечу, что урон одинаковый по врагам. А с кулаков, чтобы вы понимали, по большим целям я пол... сколько им там дамажил. Ой, я уже даже не смогу сказать честно. Там просто на лол хп, лол хп. Там капелюшечку мне оставалось, чтобы проиграть. Explosion from Spritzel's Busterama destroyed the turbine and flight 169 crashed into the earth. Did our hero escape with his life? What about his love? Фух. Так, пилюль у меня есть, да, все-таки? Чик-чик-чик-чик.
Так, что у нас там по рюкзаку? Пилюля. Пускай будет. Рарка, рарка, рарка. Святой Грааль. Так, прокачиваем урон. Еще можно прокачать урон. Так, апгрейд. Оружие, ХП. Сейчас я пойду проверю вот это наше оружие новое. И потом пойдем сюда. По факту это, знаете, та же самая снайперка, только... Просто та же самая снайперка. Только тут, походу, хедшоты просто почаще выпадают. А так больше... А так больше ничем не отличается, понимаете? Поэтому, я думаю, все равно можно использовать наш... А ну-ка, сейчас я с ним схожу, попробую. Короче, пулемет выиграл. Ой, пулемет, огнемет. Огнемет все выиграл, поэтому мы сейчас попытаемся пойти на босса. На босс рейд. Стой, я его проебал. Сука. Ну, жду 4 минуты. Хотя нет. Погнали вот сюда. Посмотрим, что здесь будет. McAllister was no longer the alpha male on this island. When they turned tonight, the warriors grew stronger. He was the last man standing to defend the city. And without his brick workout, this would be a long dirty fight. Здесь так графонисто все. Надеюсь, сзади на меня эти сосиски нападать не будут. Ну, видите, там... А, я думал, ту, типа, уровень, а то, короче, рекомендуемый уровень, типа, сотого сюда лучше идти. Эх, да. По хпшке проседаю жестко. Удалим. Главное, чтобы оно не лагало, а то я не успеваю еще стрелять.
Можно мне левелап сделать? Так, главное сейчас от босса не сдохнуть. Какой здесь будет? А, Валькирия. Нормально я вышел. Или нет? Что мне херситы наносят довольно большой урон. Слишком графон здесь хороший. Я сейчас отвлечу смысл, блядь. Я что, виноват, что здесь такой графон отличный? Нихуя, типа. А чё так жестко? Чё так жестко? О, сейчас пойдем. Давайте в супер в клуб хотя бы зайдем. Здесь хотя бы понимать, кого бить надо первого. Вау. Да, это жестко. Это что-то с чем-то. Я не преувеличу, это жестко. Ух ты ж. Ну типа просто вначале было нормально, а потом, когда графон уже важен, начал лагать. Вот видите, когда они вдвоем, они просто сгорают. Когда уже что-то происходит непонятное на экране, начинается... Вот у меня сейчас 60 FPS, ребят. Когда все те моменты было много. 40 FPS. Чисто огнемет делает дело. И жрает мой FPS. FPS. Да, 97-й.
пускай мне хотя бы тыквы дают. Да, мистер сосиски наверху. Мало, нормально, видите, они сносятся очень быстро. А то их до хера. И все, потом меня сносят. Непонятные часы. А ну давайте я лучше по приколу. А, сундук не улучшить. Ладно, хотя бы что за вещи мне дали. 9-9 9-3. Херня. 6-10. Херня. Короче, давайте оформлюсь. Потом дальше поиграем. Покупаю вот эту херню. Прокачиваю урон. Иду дальше фармиться. Короче, как я понял, сейчас максимальный мой запас душ только 2000. Поэтому... Блин, может мне... Не знаю. Давайте хпшку вкачаю, что ли. тысяч у меня есть. Сюда сходить. Еще разок надо сходить, чтобы сотый получить. Слушайте, я думал, максимальный у меня запас 2 ляма, но нет. Не 2 ляма. Ну, не суть. У меня 79 тыковок есть. Поэтому мы сейчас с вами прокачаем до конца. А, это не 400 тысяч. Это 4 ляма. Ага. Ага. Понятненько. Да уж. Я наивный. Очень наивный. Так, а смысл мне тогда прокачать до конца, если уже могу здесь все скупить? По факту. Конечно, я не знаю, сколько у меня максималка будет.
Что значит all upgrades? И я получу всего лишь поляму. Без понятия. Так, погнали продавать. Точно, хотел посмотреть сеттинг. А, фишибу. Мне интересно, что здесь будет. Ну, типа, я уже на максимум прокачал ХП. Мне только уровень можно апать и все. Да. Да немножко, но хп дают. Ну, опыт. Так, здоровяка мы убили. Ага. Так, сейчас мне нужно, короче, катапульту уничтожить. И дать тебя убить. Ну вы видите, как я уши пробиваю. Я не знаю почему. Он нормальнее может убивать. Может все-таки за тем пулеметом сходить. Но оружие имбовое. Вот видите, оно типа валькирию. Хоть и быстро, но все равно такой себе. То есть оружие против боссов не очень. Ладно, пускай меня убивают. Сейчас буду что думать. Бля, надеюсь, мне хватит, вот честно. ХПшки это. Мне кажется, что-то нет. А подожди, я же даже тогда до него не доходил, да? А так я до него еще не доходил, оказывается. Тю. Нихера мне за него дали сразу. Ну хотя победил.
Потому что я не знаю, у меня уже тут все, видите, прокачано. Ладно, давайте я сейчас. Ровно 5000. Мне просто повезло, что у меня сразу два раза был отхил. Ну что, в принципе. Дефюсек хард. А, то есть это то же самое будет, только хард, да? А то до скольки? А, все. Это до бесконечности. Ну, давайте я до волны дойду хотя бы. Так, сейчас, по идее, должен быть босс, да? Хотя бы посмотреть, какой он будет. То есть здесь рандомное, да? А, да, и я заметил, что флаг нацистов. Ну, что, тогда я проиграю. Идем собирать монетки на этого. Как она называется? На последнего рейда босса. Ну что, ребятки, полетели. Я один раз только пробую и все. Потому что мне уж не хочется играть. Я устал. До финала мы дошли, дошли. Значит, все. Слишком большое количество клоунов. Буду скоро левелапнусь. Они меня сейчас левелапнуть не хотят. Так отъехать могу. Бля, я его не заметил. Ну что, все, ребят. Я попробовал. Поэтому как-то так. Давайте посмотрим, что мне дали. Синюю катану мне дали. Хероту какую-то. Короче, делаем так. Вот это имбовая вещь. Вот это самый имбовый предмет. 79 уровень. Ребят, запоминайте, он берется вот отсюда. С казино. Он падает с босса. Так, что тут есть из одежды мне новое? 15-15. Ну, прикольно выглядит, но... Собирайте вот, вам главное на атаку и на хп. Пытайтесь на криты и на деф не смотреть. Ваша главная это атака и хп, все.
Ну что, в принципе, я думаю, тогда мы с вами на этом заканчиваем полностью прохождение данной игры, потому что мы, по факту, моя цель была вот пройти вот это. И я это сделал. Босс рейды. Ну это такое. И да, интересно, что там будет на последних, но посрать. Чтобы вы понимали, что я уже не вернусь. Вот так. А слушайте, давайте попробуем хотя бы какой будет у меня урон. Ох, это, короче, урона у меня вообще нету. Сундук на максимум апнем. И что мне дается? Херня, херня. Ну, короче, вы сами все. Вот отсюда за ту пилюли падают, нихера себе. Играем в казик. Заканчиваются деньги, и я заканчиваю. Если оценивать игру, ребят, в принципе, как кликер, довольно интересно. То есть здесь есть боссы, есть какие-то задания, да, вот. Есть сюжет какой-никакой, есть пасхалки. Слабо похожие на пасхалки, ну, типа, какие-то там герои из других вселенных переделаны. Некоторые, короче, давайте так. Плюсы. Большое количество предметов. Да. Кастомизация. Также можно отметить большое количество врагов, разновидности их. Боссы. Ну, музыка была в некоторых моментах довольно прикольная. Где было. Где крысиный корабль была, музыка прикольная. Сейчас, где она? Минусом, наверное. Ну, в принципе, и все, я думаю. К минусам я, наверное, отнесу. А что я к минусам отнесу? Минусом я, конечно, отнесу это то, что есть вероятность сломать мышку нахер после таких игр. То, что очень-очень просто нужно дохера кликать. Второй минус это босс райды. Какого черта я должен ждать по 5 минут, чтобы оно загрузилось? Зачем мне это? Просто сделать ограничение по вот этому и все. Нет, они добавили еще на какое-то время. Было несколько багов. Когда мы были на Мексике, скелет был бессмертный, который меня просто пиздил, и после этого раунд не мог начаться. Также можно отнести. Что можно отнести? Как она называется? К минусам это большое количество ненужных предметов. Просто выпадает хлам. Я мол. Окей, вот, допустим, здесь выпали нормально, да, вещи? Ну, в какой-то степени. Какого черта отсюда? Стоп, ну правильно, отсюда. А почему мне теперь не падает та же херня, что и до этого падала? Короче, не суть. Единственное, что здесь. Без
бесполезно. Мало нету сеттинга в плане того, чтобы настроить графику, да, потому что. Хотя нахер она тут нужна, эта графика. Черный рынок. Не нужна нахер вещь, потому что мы все продаем сразу же, чтобы получить деньги и чтобы апгрейдиться. Плюсом даже я могу еще отнести, я забыл, это апгрейд. То есть есть прокачка. Ну и в принципе все, ребят. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.